Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Недавно друг привез нам из Сахалина камчатского краба. Он называется краб-волосатик, выглядит он очень прикольно, и говорят, что он очень вкусный. Он рассказал, как правильно его готовить. Это делается невероятно просто, всего пара минут, и краба можно есть. Нам понадобится один краб, соль и обычный молотый перец, ну и, конечно же, вода. Но посмотрите на него, правда же, красавец? Честно, мне очень сложно понять людей, которые не любят морепродукты. Итак, берем кастрюлю, наливаем в нее обычную воду и ставим кастрюлю на плиту. Воду нужно предварительно посолить и поперчить. Я использую морскую соль и обычный ароматный черный молотый перец. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Когда вода будет вот так вот бурлеть и кипеть, мы окунаем в воду краба, делаем это осторожно, чтобы не обжечься, и варим еще ровно 3 минуты. Если у вас крупный краб, то его можно поварить 5 минут, кастрюлю крышкой не накрываем. Мы варим так мало, потому что наш краб варено-мороженый. Пожалуйста, читайте внимательно, что написано на упаковке. Достаем готового краба из воды и даем ему немного остыть. Затем зовем на помощь мужчину и просим его разделать нашего краба. Это делается достаточно легко, нам понадобятся лишь кухонные обычные ножницы. Сначала от краба отделяются клешни, в них тоже есть мясо, его достаточно много. Затем вскрывается само туловище краба. Там тоже мясо, и оно очень нежное. Еще внутри краба есть печень, которая считается деликатесом в Японии. Выкладываем краба на тарелку и поливаем лимоном. В Японии считается, что самое ценное и вкусное в этом крабе – это печень. Но нам она не очень понравилась, мне кажется, она на любителя. А вот мясо очень вкусное. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.